Здравствуйте, с вами вновь Лариса Винская. Сегодня будем разговаривать о мыле. Да-да, о том самом мыле, без которого не обходится ни одна семья. История мыла насчитывает не одно столетие. И если в 18-17 веке в Европе только знать, только аристократия могли пользоваться мылом, и Петр I впервые привез в Россию и наладил производство мыла. Это было в те далекие времена, и тоже в России могли пользоваться до середины 19 века только высшие слои общества, так и знать этим мылом ручной работы. Затем мыло вошло во всеместный обиход, стали выпускать его промышленным способом, при этом качество оставляет желать лучшего. Без щелочного мыла в настоящее время не обходится практически. Любое выпущенное фабричным способом. Каким мылом пользуетесь сегодня? И каким принципом руководствуетесь при выборе мыла? Только ли это цена? Чем дешевле, тем лучше. А качество мыла никогда не думали о том, каким мылом вы пользуетесь. Что входит в его состав? Сколько там щелочи, сколько там жиров животного происхождения, сколько в нем отдушек и прочей химии. Как оно на кожу вашу влияет? Хочется ли вам побыстрее после этого мыла смазать руки кремом для рук, потому что кожа начинает шелушиться, краснеть, как-то неприятные ощущения на коже возникают. Если вы всего этого не хотите, чтобы кожа оставалась у вас нежной, гладкой, тело также было избавлено от агрессивного воздействия щелочей, компания Тендер предлагает вам альтернативу. Натуральное мыло ручной работы. В его состав входит, в отличие от химического масла растительного происхождения, это оливковое масло и масло кокоса. Оливковое масло – это настоящий кладезь полезных минералов и витаминов для нашей кожи. Это витамин А, Е. Оно смягчает кожу, насыщает ее полезными компонентами. Не случайно косметологи называют оливковое масло золотом для нашей кожи. Также входит в состав мыла ручной работы компании Тенде кокосовое масло. Оно усиливает регенерацию кожи, хорошо увлажняет нашу кожу, питает кожу. Не буду долго переосмысляться на составе нашего мыла, в нем нет отдушек, которые необходимы для химического состава мыла. И вес 85 грамм, вроде бы небольшой вес, но мыло медленно смеливается. Если, по своему опыту расскажу, если использовать его только для очищения рук, для мытья рук, на 3-4 недели его вполне хватает. Если использовать приеме ван, такого мыла, ручной работы, 3-4 применения вам гарантированы. При этом это будет не просто применение, по-моему, вышел из ванны, это будет настоящая ароматерапия. Ванна наполняется чудесным ароматом, у вас поднимается настроение, вы чувствуете себя настоящей королевой сегодняшнего дня и вечера. Ну, расскажу конкретно о ароматах, которые представлены в линейке продуктов Тенде. Мыло ручной работы. Бодрящий лимон. Лимон – это настоящий взрыв цитрусов свежести. Подарит вам отличную энергию на весь день, дарит бодростью. Ну, к тому же лимон имеет свойство, как мы все знаем, улучшать цвет кожи. То есть ручки будут у вас более белыми, чем при регулярном использовании, чем после обычного мыла. Второй продолжу замечательный аромат – это зеленый огурец. Довольно стойкий аромат. Ложишь такую мыло в ванну на подставку, и все равно наполняется ароматом свежего огурца в любое время года. Причем мы помним, да, что зеленый огурец, запах зеленого огурца является афродизиаком для женщин. Тоже не было важно. Мыло манго. Тропический манго. Манго – это такой фрукт, который помогает справиться со стрессом. У кого напряженный рабочий день, постоянно нервотрепки на работе, тоже имейте в виду. Аромат манго вам поможет справиться. Мыло зеленое яблоко. Наиболее популярный, скажем так, запах мыла, классический запах мыла, наиболее востребованный. Тоже отлично бодрит, поднимает настроение. И после приема такого мыла чувствуешь себя настоящей девой, готовой передать Адаму от искушения. Мыло Белла Роза. Тоже отлично пахнет.
роза — это афродизиак, настраивает вас на романтический лад после приема ванны с таким мылом. Так что, девушки, имейте в виду, нужно улучшить отношения с любимым человеком, с вашим мужем, пожалуйста, ванну и вперед. Мыло лаванда имеет свойство успокаивающего действия, улучшает работу головного мозга. Рекомендуется прием в вечернее время этого мыла. Также лаванда, все знают, что является антибактериальным действием, то есть цитрусовым. Еще есть некий аромат земляники, тоже отлично, отлично пахнет, отлично. Любителям мясных ягод придется явно по вкусу. Вот и все. С вами была Лариса Линская. Пользуйтесь ней продуктов компании Zandell. Мы ручной работы. Всего доброго. До скорых встреч.